в доме хозяин. Выставочный проект под таким названием с 1 июня заработает в музейном ресурсном центре. Сейчас специалисты заканчивают последние приготовления. Фондовые предметы, отражающие русский быт, а также воссозданные в экспозиции интерьер русской избы, расскажут посетителям о том, как жили крестьяне в русской избе, во что одевались, как отмечали праздники, какие обычаи и традиции соблюдали. Особое внимание в экспозиции уделено свадебному обряду и таинству венчания. В летний период музейный ресурсный центр предоставляет возможность молодоженам провести фотосессию на выставке, а также изготовить старинный русский оберег, куклу «Неразлучники», состоящую из двух фигурок, соединенных в неразрывное целое. Работать проект городского музея будет до 25 августа. Приглашаем всех, приглашаем новобрачных и не только. Приглашаем вообще наших горожан, у которых есть такая возможность на летний период прийти, сделать фотосессию и оставить в памяти вот такой незабываемый проект. Кто в доме хозяин? А на этот вопрос, конечно, придя сюда в зал, можно найти множество ответов.